Приветствую вас, Елена. Я думаю, что ваш вопрос можно разбить на две такие части. Первая часть будет состоять, собственно, из вашего вопроса, да, вторая часть будет состоять немножко из другого, из того, о чем вы не спрашивали, но тем не менее, мне кажется, это важно. Смотрите, начнем мы с первого, потому что из первого вытекает второго. Ну, в принципе, они взаимосвязаны, эти вещи, но я думаю, что мы начнем просто с первого. Вы говорите о том, что совершили ошибку, сказали, что вам мужчина дорог. И, если честно, я не очень здесь понимаю, что именно вы... ну, что именно вы позиционируете как ошибку. Вот. То есть, почему вы считаете, что признание мужчине в чувствах – это ошибка? Вот. Потому что ничего ошибочного здесь нет, вы искренне полностью. Поэтому что вы здесь позиционируете как ошибку, для меня несколько загадка. Выглядит загадка, по крайней мере. Дальше идем. Вы говорите о том, что когда мужчина вам не писал, вы ему, соответственно, значит, названивали в этот день. О чем это говорит? О том, что он вам нужен, о том, что вы в нем нуждаетесь. И, соответственно, вопрос заключается в предмете этой нуждаемости. То есть, в чем вы нуждаетесь? Пока вы в отношениях с ним в чем-то нуждаетесь, то подобное будет происходить. Вот, и не только с этим мужчиной, но и вообще будет происходить подобное с вами. Просто потому что, ну, по-другому не может быть, да, если вы в чем-то нуждаетесь, вы будете, так или иначе, вы будете к этому стремиться, да, так или иначе, вы будете стараться, пытаться это для себя получить, ну, так или иначе, то есть тут по-другому просто не получится, вот, это же абсолютно нормально и естественно, вот, поэтому с одной стороны вы считаете, что вы совершили ошибку, вот, и нужно понять, что именно вы считаете ошибкой, и вообще-то говоря, почему, да? Вот, а с другой стороны, нужно обязательно снизить вот вашу потребность в мужчине, вот, и вообще в мужчинах, вот, потому что вам это, ну, мешает. Вам мешает. Очень сильно мешает. Я полагаю, что это прям... прямо, скажем так, очевидно. Вот, очевидно, что вам это мешает. Достаточно сильно. Вот. Поэтому здесь, в принципе, вот, то, что я могу вам сказать, это вот это. Разберемся с этими моментами, и я полагаю, что ситуация будет гораздо лучше.
ситуация будет гораздо легче для вас, вот, понятнее для вас, опять же, вот, и вы не будете так на это реагировать. Вот. Ну, это то, что я думал. Так обычно бывает. Ну, такая обычно так это получается. Вот. На этом все. В принципе, я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.